Гостей праздника встречает выставка. Она рассказывает о ручейке с первого дня его основания. По случаю юбилея оформлены стенды, в которых собраны истории воспитателей и выпускников детского сада. Откликнулись очень многие выпускники, выпустившиеся из нашего детского сада. Прислали свои фотографии, те, какими они были раньше, когда выпускались у нас в саду, и какими они стали сейчас и где работают. Интересные получились кадры, интересная выставка. Сегодня в ручейке 300 детей. Это самый большой сад в Искитиме. В числе специалистов – почетные работники образования. В этом году впервые воспитатель ручейка Ирина Енер приняла участие в региональном конкурсе профмастерства. Ручеек – это детство счастливого звона. Ручеек – детский сад. Взрослой жизни – исток. Здесь ребенок – нежный и ценный росток. Можно играть, на занятия ходить, на рисование. Мне здесь нравится, потому что здесь много друзей всяких, воспитателей. Концерт готовили вместе. Задействовали даже воспитанников младших групп, которые только пришли в детский сад. Поздравления звучат и от почетных гостей. Я, безусловно, коллективу детского сада желаю дальнейшей плодотворной работы, чтобы ваши дети действительно становились теми ростками, которые впоследствии будут приносить немалую пользу нашему городу. Профессионализм, верность профессии сотрудников и ветеранов детского сада оценили в городе и на уровне министерства. Воспитателям ручейка вручены почетные грамоты и благодарственные письма.